Детский канал «Мультиигрушки» представляет. Лежу я во сне, и снится мне сон, как много конфеток приносит мне он. Конфетки мне снятся в виде дождя. Чего же ты смотришь? Подпишись на меня! Эй, конфетка! Петрович, Петрович, пора просыпаться. Вставай, Петька, ребята уже ждут нас. Ну ничего, не хочет просыпаться наш Петрович, придется тебя освежить водичкой. Вставай, Петрович, вставай по-хорошему. Ох, 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 где я, что случилось? Дождь, конфетки, дождь, где я? Ой, это же был сон, а я думал по-настоящему. Ну и сны тебе снятся, Петрович. Ты куда, Петька? А как же видео снимать? Видео, зачем ты меня водой облил? Ну ладно, прости меня, я же просто разбудить тебя хотел, Петрович. Все, я занят, у меня дела, надо машинку помыть и к другу в гости заехать. Слушай, Петрович, а что если я покажу тебе вот это? Смотри, что у меня есть. Ух ты, что это такое? Вот это да, такого у нас еще никогда не было. Деревянная машинка? А как же она ездит? Да, Петрович, набор грузовичок. Собери, раскрась и играй. А как это сделать, сейчас мы посмотрим. Ну, я это, хотел спросить, мне же сон не зря снился, может у тебя чего-нибудь есть, а то животик тю-тю? Тю-тю? Ладно, тютюшка, держи, только смотри, Петрович, не лопни, а то знаешь, как это бывает. Да как я могу лопнуть, я же пластмассовый, да и меру знаю, сладкого много есть нельзя. Всем привет, ребята, сегодня мы будем собирать и раскрашивать мега-грузовичок. Так, посмотрим, что у нас в коробочке. Инструкция, запчасти, понятно. Приступим. Выгружаем. О, какие колеса большие. Это вам не шуточки-прибауточки. Ну что, с чего начнем собирать наш грузовичок? Ну, как с чего, Петрович? По инструкции сначала соберем раму. Ребята, мне кажется, я в эту машинку влезу. Кому нравится машинка Петровича, ставьте лайк. Итак, друзья, пришла очередь собрать кузов. Так, одна деталька и вторая деталька. О, кстати, а в этом кузове я буду возить свои сладости и свои вещички. Эх, ух, ух, какие тяжелые двери, но ничего, Петрович справится. Спасибо, Петрович, вижу, конфетки пошли тебе на пользу. Так, закрепим двери, одну и вторую. Ух ты, это же настоящий капот! Теперь я смогу чинить двигатель, как здорово! Итак, друзья, теперь нам осталось поставить колеса. И закрыть крышечкой нашу конструкцию, и машинка готова. Петрович, ну ты смешной, ты немного не влез в нашу машинку, но ничего, и так сойдет. Давай, заводи грузовик. Вот классно, сейчас будем разукрашивать желтой и красной краской. Я думаю, Петька, кузов мы покрасим в красный цвет, будет то, что надо.
Ну а нашу кабину мы покрасим в желтый цвет. Думаю, будет красиво и ярко. Эх, ну чего же я такой растяпа? Я тоже хотел покрасить, но как всегда ничего не получилось. Петрович, ну красить же надо кисточкой, а у нас только одна. Ну, значит, надо купить вторую кисточку для Петровича. Ну, Петька, значит, купим, а ты пока помойся. Итак, друзья, докрасим нашу кабину желтым цветом, и машинка будет почти готова. Ух, какая клевая машинка получилась! То, что надо! Осталось загрузить в нее конфеты, и можно ехать в путь-дорожку! Друзья, если вам понравилось наше видео, давайте наберем 1000 лайков, чтобы следующее видео было еще интересней! Подписывайтесь на наш канал, и до новых встреч! Пока-пока!